Всем здорово, танкисты! Ну что ж, сегодня в 12.00 нам завезли контейнеры на новый премиум-танк 8 уровня. Это СТ-шка СТРВ-81. Сегодня мы с вами попробуем, пооткрываем на него контейнеры на основном аккаунте и на новом пооткрываем набор с названием «Удачный набор». Откроем мы их 4 штуки. Давайте пройдем, посмотрим. Что касается СТРВ-81... Пишите, если достали, как вам танчик зашел, не зашел. Цена на него за рубли стала немного поскромнее. Если, например, ТС-60 продавалась за один контейнер без акции 449 рублей, то СТРВ-81 стоит 279, но за голду мы попробуем достать. Такс. Удачный набор у нас стоит, его завезли, кстати, вчера, 279 рублей. Туда входит 1000 голды, 1 мега-контейнер и 3 контейнера «Плохая компания». Так что давайте вперед. Друзья, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, что достаете, что выпадает. Ну и вчера мы окупились, кстати, с наборов «Победный путь» на 15 тысяч голды, что я считаю, в принципе, очень даже хорошо. И посмотрим, что нам выпадет сегодня. Поехали. Текс. А, 1000 голды с мега-контейнер, кстати, гарантированная. Так что при покупке этого набора учитывайте, что, по сути, вы получите не 1000 голды, которая там лежит, а плюс еще одну с каждого мега-контейнера. Черный ящик, неделя према. Так, на новый ак прем, это хорошо. Ой-ой-ой-ой, скромненько, 1200 золота. Далее. Так, мигалочка, 2 недели према и хороший обвесик. 3x5. Нормально, нормально. Ну, тут скромненько, только 1000 голды. Так, поехали. Ну, давайте сразу черный ящик откроем. Вдруг нам повезет. Оп. Сразу третьего. У нас уже один подписчик присылал видео, есть ролик на канале, посмотрите, если не видели, где за один ящик черный первого уровня дошли до 10-го, и подписчик получил 250 тысяч золота. Такс. Ладно, сойдет. Ну, поехали. Здесь я по-прежнему хочу уничтожитель очень. Можно фараона и крушителя. Так. Огнегарпун. Сойдет. Хороший обвес. Один из моих любимых. Ох-ох-ох. Надо окуп. Где окуп? Вчера так хорошо золото насыпало. Ту-ту-ту. Что-то не айс пока. Оп. А, это компенсация. Камуфляж ворон. На Хельсик. Мы его доставали вчера. Кстати, вот если его, я его надел, если использовать эти камуфляжи повторно, которые выпадают с плохой компанией, вы получаете компенсацию в 950 золота. Так что имейте в виду. Ну, можно сказать, 1000 голды и плюс 1000 из частей сертификата. О! Yes! Лайкос, друзья! Вот это уже ништяк. Ну, лучше, конечно, еще и уничтожитель был. Фараон — это хорошо, это все-таки не кошмар, да? Хотя мне выпадали уже с них два танка 5 уровня, и там был бы компенс 2500 золота, но фараон — это супер. Поехали дальше. Обвесик и бустер золота. Блин, уничтожители, конечно, вот прям ух, как я его хочу сюда. Скромненько, скромненько. Так, ну свободочку фармим и бустеры золота. Па-па-пам.
Вообще скромненько прям совсем что-то. О, фон профиля Дракулы, кстати. Прикольный фон. В прошлом году, когда их вели, за ними многие охотились. 750 голды. Такс. Ну что ж, погнали на основной аккаунт, пооткрываем контейнеры на STRV-81. Итак, друзья, здесь давайте попробуем за голду. По акции мы купим, думаю, два набора. Надеемся, нам повезет. Обязательно пишите комментарии, как вам танчик, кто достал, зашел или нет. Здесь, помимо всего, у нас есть также ХВК-30 и КПЗ-07РХ. Вот КПЗ-07РХ у меня нет. Каму я на него выбил, но танк не достал. В принципе, если его достанем, тоже будет хорошо. И да, может выпадать несколько танков сразу. Ну, давайте начнем с наборчика за 4000 золота. Будет хорошо, если выпадет, конечно, сразу с него все. Мимо. Пока мимо. Оп, ну-ну-ну-ну-ну! Yes! Лайкосик, друзья, нажимайте. Такс, ну, мы обошлись малой кровью. На новом аккаунте мы пофармили нормально золото. И со второго контейнера получили танк. Возможно, сейчас выпадет еще КПЗ-07 или Камо. Такс. Ну, Кама нам не выпал. Я думаю, не имеет смысла тратить 8500 голды ради Кама и надежды достать КПЗ-07РХ. Так, ну что ж, друзья, вот такое вот открытие. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что выпадает вам. Заходите к нам в Телеграм, ссылка есть в описании. Всем пока!